Слушают, делятся мнениями и продуктивно спорят. Участникам курсов о схемах построения бизнеса есть что обсудить. Образовательный процесс выстроен с учетом особенностей участников. Сегодня у нас очередной день обучающего курса программы «Пара предпринимательства больше, чем спорт». Это для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они проходят обучающий курс, много бизнес-тренеров. После обучающего курса они будут защищать презентации, то есть выбирают проект, то дело, которым они хотят заниматься дальше уже как предприниматели. 30 учеников и 3 месяца на подготовку. За это время они успеют познать азы предпринимательства, нюансы ведения бухгалтерского и налогового учета, маркетинга, поиск инвестиций и продвижения бизнеса. В Ульяновске проект действует с 2016 года, и за ним стоят реальные истории человеческого успеха. Один из участников, он занимается компьютерами, ремонтом компьютеров. Сегодня приходил ко мне, чинил мой компьютер. Я очень рада была, что он до сих пор, уже год прошел с прошлого курса, но он до сих пор этим занимается, ему это нравится, это здорово очень. Участники уже успели оценить плавный вход в образовательный процесс, дружную атмосферу и доступность для людей любого уровня познания ведения предпринимательства. Мы вот пока что убирались, ну, в кабинетах убирались, там, как сказать, карточки вырезали, там бумажки режем. На протяжении всего курса рядом с участниками волонтеры, прошедшие специальное обучение. Предпринимательство больше, чем спорт. Уникальная программа, не имеющая аналогов в России. В прошлом году я участвовала в конкурсе «Пара предпринимательства больше, чем спорт». Вот уже прошел год с того момента, как мы обучались. Это было 3 месяца. Проходили каждую неделю, я ездила занятия. В тот момент я уже имела опыт ведения бизнеса, но мне хотелось открыть еще свою студию. Ветераны проекта отмечают, знания помогли им не оставаться на достигнутом, а тем, кто уже имеет свой бизнес, укрепить знания и выстоять в эпоху нависшей угрозы пандемии коронавируса. Павел Петряков, Бахтияр Салтанов, репортер 73.